Всем привет! За моей спиной город Ниш, Сербия, Тверджева. Некоторое время назад на ютубе была популярна тема, которая называлась «Обед бомжа». Ее начал парень Алексей, он живет в Нью-Йорке, это русский парень. Он вещает под лейблом «Чиж Нью-Йорк». Идея заключалась в том, чтобы на небольшие деньги суметь приготовить себе обед. Он выбрал $5. Сегодня я попытаюсь повторить то же самое здесь, в Нише. За $5 я приготовлю обед. Блюдо я выбрал необычное. Это будет не просто жареное мясо с каким-нибудь гарниром, а это будет борщ. Для этого нам понадобится купить достаточно много овощей, мяса. Получится ли у меня вложиться в эту сумму и приготовить вкусный борщ? Давайте проверим. По курсу на сегодня $1 США стоит 100 динар. Поэтому на сегодняшний эксперимент у нас есть 500 динар. Идем на центральный рынок в Нише. Овощи будем покупать здесь, а может быть и мясо. Нам предложили свежие ребрышки, которые сегодня поступили в продажу. По итогу ребра нам обошлись в 180 динар. Это $1.8. Сейчас нам нужно купить одну небольшую капустину. Че? Капустина обошлась в 30 динар. Морковка и свекла стоят одинаково по 50 динар за килограмм, и они нам обошлись в 15 динар. Треба самое едно. Лук стоит 40 динар за кило, и одна луковица достаточно крупная обошлась в 10 динар. Перец стоит 50 динар хороший. Одна перчина достаточно большая, 8,5 динар. Грубо говоря, 10 динар. Пучок петрушки 15 динар. Картофель по 50 динар. И 5 средних картошин 30 динар. Главную часть мы уже закончили. На рынке скупились, купили мясо. Овощи. Еще осталось 210 динар, это практически половина. Теперь нужно купить пол-литра томатного сока. За этим мы пойдем в супермаркет. Также еще остались деньги, возможно, на сметану, на хлеб, может быть, на подсолнечное масло. Сейчас посмотрим. Масло стоит 125 динар, это $1.25. И это достаточно дорого, поэтому я его покупать не буду, просто потому что это нецелесообразно. Томатный сок. Пол-литра 70 динар. Также возьмем сметаны, небольшой стаканчик. Еще осталось 85 динар. Думаю взять еще хлеб, может быть какую-то небольшую шоколадочку. Была мысль взять на рынке раки разливной, ту, которую пенсионеры гонят дома и продают. Раки – это местный самогон. Но мы будем снимать здоровый видеоролик о здоровой еде. Возьмем упаковку резаного ржаного хлеба. На самом деле он, конечно, не такой ржаной, как у нас, не такой вкусный, но возьмем. Осталось еще 30 динар. Сейчас попробую найти какую-то маленькую печенюшку или шоколадку. Возьму такую шоколадочку. Не знаю, написано, что насыщенная молоком. Я скупился уже дома. Вот продукты, которые мне удалось приобрести.
нормально вложился в 500 динар, еще осталось 11 динар. Если уж придерживаться легенды и снимать обед бомжа, то у бомжа должны быть свои перец, соль и масло. Как я уже говорил в магазине, ту же самую бутылку масла нецелесообразно покупать целую. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, а мы продолжаем. Начнем с варки бульона. Это 3-литровая кастрюля. Наливаем 2 литра воды. Загружаем мясо. И ставим на огонь. Подготовим овощи. Достаем мясо из бульона и нарезаем. Возвращаем мясо в бульон. Овощи нарезаны, подготовлены. Самое время заняться зажаркой. Раскаляем сковороду. Добавляем подсолнечное масло. Начинаем обжаривать с буряка. Жарим от 3 до 5 минут. Теперь засыпаем лук с перцем. Тщательно перемешиваем и жарим еще где-то 5 минут. Добавляем морковь. Жарим от 3 до 5 минут. Солим. Сахарим немножко. И мелим перец. Оставляем жариться еще на 5 минут. Теперь заливаем томатным соком. Примерно 300 граммов. Оставляем где-то на 5-7 минут и постоянно помешиваем. Параллельно доводим бульон до кипения и скоро будем закладывать картофель. Зажарка готова, она загустела, пахнет просто обалденно. На этом мы и остановимся. Нарезаем зелень, ее мы добавим в конце варки борща, а также будем украшать порции. Бульон закипел, засыпаем картофель и оставляем вариться на 20 минут. Прошло 20 минут, засыпаем зажарку. Кладем 3 лаврушки, доводим до кипения и оставляем на 5 минут. Пробуем на соль и кислоту. Если нужно, досаливаем, а если не хватает кислоты, можно добавить ложечку уксуса. Я люблю, чтобы в борще была практически сырая капуста. Перемешиваем, доводим до кипения и прокипячиваем буквально 1 минуту. И борщ готов. Борщ готов. Сметанка, хлебушек. Это отличный домашний борщ, такой же точно, как мы варим практически каждую неделю. И, как вы понимаете, это большой обед не на одного человека и не на один день. Вы уже все видели, эксперимент удался, это было несложно. 5 долларов для Сербии — это достаточно большие деньги. Здесь низкие зарплаты и пенсии, зарплаты в районе 350 евро брутто и пенсии, наверное, около 200 евро. Поэтому скупиться и приготовить большой обед на 5 долларов – это вполне реально. Вот шоколадку, которую я купил. Это что-то типа Milky Way. Я экспериментом доволен. Если он вам тоже понравился, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Ну а на сегодня все. Всем пока!